Добрый вечер, дорогие зрители. На ваших экранах программа Open Ring. И у нас в гостях Бейбут Шуменов, с которым мы поговорим о его дальнейшей карьере. Здравствуйте, Бейбут. Здравствуйте. Мы рады видеть вас в нашей студии. И я хотела бы в первую очередь задать вопрос. Со дня вашего последнего поединка в городе Астане прошло уже 3 месяца. Какие планы? Когда нам ожидать ваш следующий бой? Потому что ваш соперник уже в конце октября планирует бой. Вот, и мы хотели бы узнать, какие ваши планы. Вот сейчас, скорее всего, мой следующий поединок будет в Америке, в Лас-Вегасе, и это будет месяц январь. Вот ваш соперник Хизни Алтункоя, который потерпел поражение с вами, также потерпел поражение от Дениса Лебедева, от россиянина. Как вы оцениваете форму Дениса Лебедева? Смотрели ли вы этот бой, оценивали ли его? Ваше мнение о Денисе Лебедеве как о боксере? Не понял, почему он именно выбрал моего соперника, который только вот недавно проиграл досрочно от меня и сломал себе ребро. Как я вот, я не понял, они, наверное, получается, они заинтересовали его именно финансовой частью, потому что не могу понять, какой резон спортсмену, который только что проиграл нокаутом, сломал себе ребро, через маленькое время выступать сразу же с топовым боксером. И в то же время я не понял, какой резон был Лебедеву выступить с подбитым боксером, уже который проиграл нокаутом. А сам Лебедев, он просто много болтает. На самом деле, вот он 2 года избегал от нашей встречи. Ну, вы хотели бы с ним встретиться? Я без проблем. Да? Если готов даже выступить в России. Дома у Дениса, да? Вы готовы без с ним проблем встретиться. Но абсолютным чемпионом в вашем весе является украинец, достаточно известный, Александр Усик. Конечно, наверное, у Александра свои планы. Но хотели бы вы с ним встретиться, и за счет чего вы могли бы выиграть Александра? Да, конечно. Александр Усик, он действительно заявил о себе превосходно. В нашей весовой категории это было, наверное, впервые в истории, что он объединил все эти 4 пояса, стал абсолютным чемпионом мира. Боксер действительно феноменальный. Вот то, что июльский бой провел, я до этого где-то почти 2,5 года не выступал. И мне надо где-то 2-3 поединка, чтобы вот я набрал свою оптимальную форму. И да, я соперник достойный, но я тоже боксер мирового уровня и готов одолеть всех чемпионов. И да, с удовольствием встречусь с таким боксером, с Усиком. Ну и у меня вообще в планах, вот я сейчас на данный момент я чемпион мира первой тяжелой весовой категории. У меня в планах параллельно выступать и в супертяжелой весовой категории с другими чемпионами мира. И, ну, вы думаете, что вам опыта, ваших умений, таланта хватит, чтобы выиграть Александра Усика? Потому что, да, я к этому виду спорта я подхожу научно. И для меня это вот не просто спорт или мордобойство, а для меня это искусство. И я уже, в принципе, уже знаю его слабые стороны. И у меня достаточно техники и навыков, чтобы одолеть такого спортсмена. Ну, с нетерпением будем ждать этот бой. Спасибо большое, Бейбут. Мы бы хотели бы от нашей программы Open Ring подарить небольшой подарок. Такая вот сувенирная продукция. Спасибо от нашей компании. Я надеюсь, она будет напоминать вам об этих часах, проведенных в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания.